Сегодня поговорим о релокации бизнеса и о том, какие страны на данный момент являются лучшими для эмиграции. Меня зовут Вадим Вильда, и я приветствую вас на канале International Expert. Economist Intelligence Unit ежегодно составляет бизнес-рейтинг для предпринимателей, изучив который можно выбрать самую оптимальную страну для релокации своего бизнеса. При составлении рейтинга учитываются все важные критерии. Например, налоговые ставки, уровень инфляции, стоимость рабочей силы и многое другое. Всего в сумме оценивается 91 критерий. Рейтинг обновляется раз в квартал, является достоверным источником информации и позволяет планировать релокацию бизнеса в соответствии с ситуацией в мире. С 2009 года и уже 13 лет рейтинг возглавляет Сингапур. Также в топ лучших стран для релокации бизнеса вошли такие страны, как США, Канада, Швейцария, Нидерланды, Греция. За последнее время огромные изменения в экономике произошли из-за пандемии коронавируса. Как результат, строгие ограничения в связи с распространением коронавируса сильно ударили по экономике Китая и нанесли ущерб его бизнес-среде. На данный момент экономика этой страны показала одни из самых низких темпов роста за последние 30 лет. В точности, наоборот, сложилась ситуация в Швеции, которая с самого начала пандемии отказалась вводить ограничения на привычный уклад жизни граждан своей страны. В то же время лидеру бизнес-рейтинга Сингапуру удается столько лет удерживать первенство в рейтинге благодаря постоянно развивающейся экономике, простым условиям для создания и ведения бизнеса в этой стране, низким налогам, отличной деловой репутации страны, многокультурности населения, развитием IT-технологий и онлайн-коммуникаций. И, конечно же, благодаря поддержке предпринимателей со стороны государства. Стоит сказать, что объем прямых иностранных инвестиций в Сингапуре в третьем квартале 2022 года существенно вырос, что и спровоцировало высокий уровень иммиграции в эту страну. Греция сделала самый большой прорыв по развитию предпринимательства внутри страны и продолжает работать над его улучшением. Преимуществом Греции является также прекрасный климат, который позволяет предоставлять широкий спектр услуг под открытым небом, который пользуется большим спросом у туристов. Также аналитики Economist Intelligence Units уверены, что азиатский рынок значительно улучшит показатели внешней политики в среднесрочной перспективе. Стоит сказать, что на данный момент набирают популярность дестинации, которые имеют непосредственную близость к Европейскому Союзу. Яркими примерами подобных стран-кандидатов на членство в ЕС являются Сербия и Черногория. Активная бизнес-миграция в эти страны спровоцирована умеренным налогообложением и лояльным миграционным законодательством. Об этих странах мы уже говорили на нашем канале, и я рекомендую соответствующие материалы к просмотру. А чтобы узнать, как открыть новые горизонты для своего бизнеса, рекомендую получить консультацию у специалиста компании International Expert. Оставляйте свои вопросы в комментариях, и я лично отвечу на каждый из них. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. До следующих встреч!